Этот чай под названием Red Africa прекрасен так же, как сегодняшний день. Сегодняшний день был просто умопомрачительный. Мы проснулись, покушали очень вкусно в нашем прекрасном отеле, в котором мы сейчас снимаем это видео. Поехали сразу же на main venue, которая находится в 40 минутах езды, к сожалению, по пробкам и в очень неудобном микроавтобусике. Но это все блекнет по сравнению с тем, как прошел этот день. Мы приехали в такой тоже маленький компьютерный клуб, где смастерили кабинки для команд на скорую руку. Но там было довольно-таки уютно, нам никто не мешал. Мы играли, там было даже 6 компьютеров, для нашего менеджера сделали компьютер. Это редко, но Дима был счастлив. В общем-то, мы выиграли все игры без особых проблем. Ко всем подготовились, ко всем отнеслись серьезно, выложились на максимум, и это принесло свои плоды. Поэтому завтра у нас выходной, который мы заслужили. Мы посвятим его тому, что пойдем посмотрим Малайзию немножечко, Куала-Лумпур. Проникнемся, так сказать, этой культурой, которая находится в этой прекрасной стране. Этими пробочками, которые каждый раз, каждый вечер радуют меня и мою команду. Всем этим проникнемся. Сможете это все увидеть, конечно же, в следующих выпусках. Даже не знаю, это передача, да? Передача. Вот. Ну, а играть мы уже снова начнем послезавтра. Это начинается мейн-эвент. Насколько я знаю, будет он проходить на стадионе. На таком полустадионе. Здесь есть специальный как раз киберспортивный стадион, где куча компьютеров, а-ля компьютерный клуб, но больших масштабов и для большого количества зрителей. Будем играть оттуда. По идее, играем мы против победителя пары Warriors Gaming Unity против Team Max в полуфинале. И если побеждаем, то там посмотрим. Скорее всего, против Optic Gaming. Но загадывать не будем, будем готовиться и стараться, как старались сегодня. И пить этот прекрасный чай, благодаря которому мы сегодня победили.